В воскресенье православные верующие встретят Пасху или Воскресение Христово. Самая главная служба в году начнется в субботу вечером. Впервые она пройдет без прихожан. В условиях пандемии посещение храмов, а также скопление людей на прилегающей территории запрещено. Сейчас продолжается Страстная Седмица, когда вспоминают крестные страдания Иисуса Христа. Каждый из семи дней – великий и святой. Во всех церквях совершаются особые службы. Время с понедельника по среду посвящено последним беседам Христа с учениками и народом. А с четверга начнется чтение страстей Христовых. В пятницу вспомнят о мучениях и смерти Иисуса, а в субботу – о его сошествии в ад, где он освободил души праведников и так победил смерть. Страстная неделя завершается в полночь, по прошествии субботы, когда верующие приветствуют друг друга радостным восклицанием «Христос воскресе», возвещая наступление главного христианского праздника. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в этом году пасхальные богослужения проходят без прихожан. Такие меры вводятся впервые в истории. Даже на пике советских гонений остававшиеся действующими храмы не были закрыты. Сейчас до снятия карантинных ограничений Русская Православная Церковь призывает прихожан к домашней молитве. «Это временное лишение ради сохранения жизни и здоровья наших ближних», подчеркнул патриарх Московский и всея Руси Кирилл.